Мы опять веселимся, тачка без коробки. Вот уже отребилдили. Короче, 3 года прожила Карабасина. И вот кулачкам пришел Гамплык. Поменяли сразу вторую, третью передачу шестерню. И вот муфточку новую кинули. Наличие. Кайф. Все, поедем. Починили, поехали на тесты. Первый раз за день на питлейн только выбрался. Просто праздник какой-то, опять этот шлем, какая-то подводная снегурочка. Это снеголаз. Как? Снеголаз. Капец дела, блин, мощная тема.